Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних состоялось в окружной администрации. Одним из первых рассмотрели вопрос о передаче маме двух несовершеннолетних детей. Гражданка Республики Таджикистан занималась попрошайничеством и заставляла то же самое делать своих в прямом смысле слова малышей. Члены комиссии иностранной гражданки настоятельно рекомендовали не приезжать больше в Россию. Иначе за подобный образ жизни и создание условий, угрожающих жизни и здоровью детей, к ней будут применены меры уголовной ответственности. Похожая ситуация еще в одной иностранной семье, приехавшей в Мытищи на заработки, на этот раз из Узбекистана. Проживая в селе Марфино, двое подростков оказались без присмотра родителей. Кроме того, что ребята стали плохо учиться и гулять по ночам, так еще старший сын попался на кражу в магазине. Теперь родителям придется оплатить штраф в размере 1000 рублей и серьезно задуматься, стоит ли ради работы жертвовать вниманием детей. На исправление ситуации члены комиссии дали месяц. В противном случае вопрос будет решаться с привлечением Федеральной миграционной службы.